Считаю, начинать надо. Все у нас есть обговорено. Друг о друге помолимся. Давайте. Мы просим Твоей милости, Христе Боже нас, благослови нас и почти добрых помощников, соратников, единомышленников. Да славится Твое святое имя и семя, то, которое Ты дал нам, да будет на плодородной почве и принесет добрый вторичный плод. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, по домам. Поехали. Отключайтесь. Аминь. Аминь. Сегодня прям благословенный человек. Все 4 или 5, все хорошие были. У меня одного матершинник. Да, такое впечатление, что ни одного не осталось. Какая-то одна грязь, шла и все. Даже поговорить не с кем. Только начинаю, ту же секунду опять уходит. Мне кажется, никогда так не было. Одна пустота. Я там из запасника кое-что возьму, вам пошлю. Это, вообще ничего нету. Только начинаю говорить, он опрокинулся. Так, вы мне по папке мусульманства хотя штук 10-15 скиньте. Хорошо. Так, договорились, сегодня сделать, если можно. Виталий, ты займись делом. Ты, я гляжу, да. Много там, где какие-то разговоры идут, ты участвуешь в разговорах, там реплики даешь. Ты отовсюду выйди. Ты начинай работать, столько времени, ничего от тебя нету. Закончи, одну другую папку возьмешь. Ты любишь там где-то говорить, попы там этот свой, сутармин, да век тебе это не надо. Ты вот эти вопросы бери, на этих вопросах ты сразу пойдешь семимильными шагами вверх. Разуметь будешь. Таких вопросов нигде нет в интернете, нету, вообще нету, и не будет никогда. А ты сидишь там, я гляжу, участвуешь много в этих, ну, перекидывайтесь репликами, от них не научиться, ничего нельзя. Ну, попы волки, ну, один раз сказал, ну, не самому же быть волком. Большой материал, так я гляжу, тут тебе лень уже начинает. Ты бы не брал эту папку-то. Не, Игнатий, не лень. Я просто там. Виталий, это все разговор один. Ты посмотри, посмотри, Елена Гладыщук сколько выставляет. Сколько Вячеслав, сколько Сергей Пупков. Ну посмотри. Ну я там монтирую по-своему. Я же не могу просто так вот. У меня все время надо что-то такое. Ты понимаешь, это все отговорки. Ничего нет. Как бы ты взял папку, да вторую попросил, тогда мог разговаривать. А что разговаривать? Опять пустота. На сеновале лежишь. Давай работай. Я жду. Да, Виталий, не заморачивайся ты вот с этим обработкой. Там тысячи вопросов. Там замучаешь, и ты скажи. Ты что? Оно просто за 10 лет не закончится иначе, если так. Главное не качество, а главное количество. Так. Надо. Успеть накинуть эту сеть. Понимаете, еще у нас впереди иудеи, евреи. Вот кто у меня папку-то возьмет, кто по евреям знает. 176 вопросов. По одной папке. И каждая папка там может минут на 15-20. Каждый это ролик, каждый вопрос. Огромные. Это 12 томов Талмуда перелопатить пришлось. Что об евреях было сказано за 1600 лет? Вы понимаете, что это за материалы в ваших руках-то? А сидит и занимается глупостями. Скинул там, опять ждет, кто там скажет. А что скажет кто? Ну, оштрафовали там этот парень там, Макаров какой-то. Я там тоже вставил только, как у меня в жизни было. Ну, это можно один раз. А там непрерывно они пикируются. Так, Виталий, займись сегодня и скинь. Сегодня... Пожалуйста. У меня времени-то нету. Виталий, без меня вы уже ничего не сделаете. Ведь я леплю, Сергей, он сделал на каждую буквально о священстве. И я теперь сравниваю, какой номер с вести, мне это непросто. Мне их надо скачивать. Спасибо, Игнат Тихонь. Много ошибаетесь. То есть я раз такой, еврей такой, раз. А там какие евреи? Там другая тема. Совсем. Да ты другую поставь. Или там еще. Ты ее поставь, я разберусь. Как я поставлю? А то, главное, кто, я не знаю, из вас ставит. Начинает, какой вопрос? Номер вопроса, только цифра одна стоит, и ничего больше не надо. И тремя буквами обозначить папку. Допустим, работа. РЭБ, это все.
Ну, впереди со слов много наставили. Какая папка? Номер папки-то мне, он ничего не говорит, он мертвый. А дальше-то тебе длинное предложение, система не пропускает. И мне надо открывать, переходить в другую систему из PageMaker. Понимаете, у меня голова кругом идет. Я предупредил, разослал, как будто не видели. Некоторые начали прямо, больше ничего не надо. Номер ролика и три буквы на название папки. Все. Дальше краткое дать содержание, чтобы вместилось. Система-то не может заголовок делать длинным. Даже это не хотят сделать. Так, я жду. Виталий, отставь все, ты не можешь никак уже вылезти. Везде ты участвуешь. Зачем ты нужен там? И тематика одна, женщина. Ну, уязвила же на тебя мозги, сбекренила парню. Совсем. Не надо о них разговаривать, не надо. Делай свое дело, иди дорогой. А ты доказываешь, что будто это важно. Она теперь сидит и хохочет, обнимает чужого. Раз не удержал, ну и отступи подол. Он мокрый у нее, он не нужен тебе. Ну что, ребята, все тогда. Я же Виталию, это сказать, Виталий, Вячеслав, сбрось мне про мусульман. Мне надо по паре ставить каждый день. То у меня сейчас еще нет, а потом группой пойдет. Да, я еще сделаю. Давай. Потому что я там говорю, что по святой Библии я там много сейчас начитываю, очень много. А, ну да, ты по порядку закончи и говори, папка такая законченная. Чтоб выкладывать. С папки не уходить, пока все не зачистишь. Полную зачистку провести надо. Андрею респект, Игнат Тихонович. Андрею респект. Головачу-то, ну, он сегодня причастник, он. Ну еще. К жизни. Вам, Игнат Тихонович, респект тоже. Реанимировали. Реанимировали. Андрея Головача. Ну еще рано, еще надо закрепить, а то. Мы будем записывать каждые два дня ролик. Ему работу надо дать Андрею Головачу тоже, вот, хотя бы вот эти картинки, чтобы делал-то. Ну, я дальше не могу, берите с ним, Володя занимается, я с ним заниматься не буду, я говорю свое дело с ним. Конкретно, самое важное что-то, а это картинки-то, что я буду давать ему картинки, смешно даже. Ну, и Афор-то высказал Моисею, теперь занимайся, у кого курицу украли. Ты суди важные государственные дела. А это разберутся по САП 10 начальников, 100 начальников, 1000 начальников. Есть же сельсовет, есть губерния. А тебе-то зачем этим делом заниматься? Ну, чей ребенок? Да мечом пополам рассеки его, отдай по половинке. Давай, Виталий. У меня сегодня... Вы сейчас зайдите на там, где у нас в скайпе изучение идет. И там они спорили, оштрафовали кого-то. И я там ставил свое. Прочитайте. Интересно, сразу откликаются. Так, я отошел, хлопцы. Ну, с Богом.